Привет всем. Ошибка 2015 встречается часто, и материал об этом в интернете много. Можно лечить эту неисправность. И в этом видео вы можете посмотреть, как я это сделал. Но, к сожалению, как оказалось, через несколько месяцев ошибка снова начала вылезать. Учитесь на чужие ошибки. Ошибка моя была в том, что я постарался восстановить изношенные детали коллектора. И через некоторое время ошибки снова начали появляться. Наконец-то мне удалось победить эту ошибку, и как я это сделал, расскажу в другом видео. Я просто с помощью компьютера хорошо отрегулировал систему и поставил китайский коллектор. Как я обещал, об этом по порядку в другом видео. Как только я сделаю тот видео, ссылку я выложу тут ниже, в описании. Но до этого смотрите это видео. Чужие ошибки вам тоже пригодятся. Дело в том, что восстановление таким образом деталей скоро выходят из строя.
и снова появляется люфт. В результате опять вам придется заморачиваться. Поэтому снова вам придется снять коллектор и поставить новый оригинал или китайский. Некоторые скажут, что китайский коллектор не рекомендуется. Но скажу вам, что несколько недель назад я установил, и оно работает прекрасно. Просто надо ее правильно настроить с помощью компьютера и немного переделать. Об этом я буду рассказывать в другом видео. Можно также установить BU коллектор, но нужно ее правильно подобрать и настроить. Об этом тоже в другом видео. Ссылка после опубликования будет в описании этого видео. Thank you.